Учиться общаться и не бояться изменений в лучшую сторону. Начальник отдела экономики и прогнозирования Министерства курортов и туризма Краснодарского края Татьяна Салеева вместо сухого доклада дала практические рекомендации руководителям турфирм. Каждый год в Анапе отдыхает более 4 миллионов гостей. Курортные услуги ориентированы в первую очередь на отдыхающих со средним уровнем доходов. По заказу властей Анапы специалисты Министерства по курортам и туризму Краснодарского края проводят курсы повышения квалификации на базе Сочинского государственного университета туризма и курортного дела. Мы задумали эти курсы с целью, чтобы повысить качество обслуживания, улучшить сервис, одно из слабых мест на наших курортах. Для этого мы придумали две группы. Группа руководителей средств размещения и руководителей туристско-экскурсионных компаний. И эти две группы будут целую неделю на базе анапского филиала проходить теоретические и практические занятия, получать дополнительную информацию. Проект финансируется из краевого бюджета в рамках краевой целевой программы развития курортного дела. Наталья Пухальская, Артем Зибаров, Анапа регион.